Поделитесь вашим мнением. В ситуации, когда я борюсь за сердце девушки и пытаюсь привлечь ее внимание, стоит показывать лишь свои сильные стороны или, возможно, стоит попробовать себя в чем-то новом и таким образом оголиться и показать, какой я могу быть разносторонний? Поделитесь своим мнением. Дорогие мои, ходить на свидание каждую неделю было бы замечательно, но справедливости ради, пока еще много ребят, каждый должен себя открыть, показать. И могу сказать одно, смотрите дальше, будет очень интересно. Одессе тоже большой привет. Да, мы собираемся каждую пятницу вечером в нашей дружной компании, смотрим, делимся впечатлениями. Рыжий кот. Видит. Ну, такой же ты красивый. И шумный. Обожаю. Я несъедобный.